Аллилуйя, слава Богу. Мы хотели спеть песню, но планировали чуть больше нас, но уже как есть, слава Богу. Мы Женя сказал его поприветствовать, Гавайи нас смотрят, и с других стран тоже. Слава Богу, что у нас технология, мы можем вместе славить Бога, находясь на дистанции. Давайте вместе с нами будете петь, хотя бы поддерживать нас. Мы споем две песни. Это о том, как Иисус воскрес, и Он победил смерть, и Он живет во веки веков. Там слышно, да? Тысячи лет тому назад Он был рожденный для тебя. На эту землю человеком пришел, чтобы ты в нем жизнь навеки нашел. Вначале было слово Творца, Он творил землю и небеса. Через него все начало быть, мир, не приняв его, пытался убить. Но Иисус воскрес, Иисус восстал, смертью своей Он свет забрал. И победив, раз на кресте, вечную жизнь даровал мне. Иисус воскрес, Иисус восстал, смертью своей Он свет забрал. И победив, раз на кресте, вечную жизнь даровал мне. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей, истинный свет во вселенной всей. И все пророки говорили о нем, об Иисусе, Боге живом. Он ряд курящего не угасил, трости отломленной не преломил. Жизнь и спасение на землю принес Сын Божий Иисус Христос. Иисус воскрес, Иисус восстал, смертью своей Он теперь попал и победил. Раз на кресте вечную жизнь даровал мне. Иисус воскрес, Иисус восстал, смертью своей Он теперь попал и победил. Раз на кресте вечную жизнь даровал мне. Он воскрес. Аллилуйя! Воистину воскрес! Слава Иисусу! Слава Богу! Мы еще одну песню споем. Аллилуйя! Стоит в печали, тихо плачет одна душа, а у гроба отвален камень, и исчезло тело Христа. Но вот ангел пристал перед нею, ты во гробе его не ищи, он воскрес, ты иди поскорее, весть благую друзьям принеси. Воскрес!
Весеннее Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово, ну, открыло двери небес. Воскресение Христово внес спасение твоей души. Как прими же это слово и к Иисусу поспеши. Все ликуют моря и суша, Богу славу поют Отцу. За такое спасение свыше люди, пойте хвалу Творцу. Он дарует любовь без меры, исцеляет наши сердца. И когда говоришь Ему верю, торжествуя поют небеса. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово внес спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Воскресение Христово — это чудо из чудес. Воскресение Христово нам открыло двери небес. Воскресение Христово внес спасение твоей души. Так прими же это слово и к Иисусу поспеши. Слава Богу!